Лето – это маленькая жизнь, поется в одной известной песне, поэтому и надо проводить это время года ярко. Одной из незабываемых страниц лета 2022 стал большой семейный праздник, организованный первичной профсоюзной организацией «ФосАгро Балаково» и отделом по социальной политике балаковского филиала АО «Апатит». Сегодня на празднике главное – это, конечно, настроение ребенка. Мы так выстроили локации, чтобы они стали интересными для детей довольно широкого диапазона возрастного. В этот день территория санатория «Изумруд» превратилась в страну замечательных детей. Причем возраст не имел значения. Здесь от души веселились мамы и папы, подростки и совсем малыши. Я в сладкую вату была, на батуте, на вот этом. Очень было круто. Мастер-классы и сладости, и все-все-все. Глаза разбегаются. Спасибо большое компании «ФосАгро», что устраивает такие праздники. Уже не первый раз, мы участвуем всегда. Дети счастливы, родители тоже. Каждый уголок санаторного парка был чем-то занят. Активные игры, квесты, головоломки, карусели. Тут и целого дня было мало, чтобы поучаствовать во всех развлечениях. Надо было успеть нанести аквагрим, смастерить цветок или собачку из длинного воздушного шарика, попрыгать на батуте, оставить яркий след ладошку на большом плакате, а потом вернуться к сцене, где проходило все самое интерактивное и интересное. Согласитесь, разве можно было пропустить выступление балаковских детских коллективов или юных циркачей из Маркса? Яркие и артистичные, они удивляли публику забавными номерами, и даже взрослые здесь становились детьми. А ну хорошо на двойке-то учиться, или на какие оценки надо вообще в школу ходить? Ну, вообще-то на двойке учиться интереснее, да, но полезнее все-таки на пятерку. Рядом со сценой были установлены корзины. Появились они не просто так. Это организаторы проводили благотворительную акцию по сбору вещей для детей из центра «Семья». Вещи, бытовые принадлежности, игрушки, обувь. Участниками этого большого общего доброго дела стали многие работники балаковского филиала АО «Апатит». О сборе предметов первой необходимости им объявили заранее, поэтому большинство пришли на праздник не только отдохнуть, но и поучаствовать в акции. Не остались в стороне сотрудники и воспитанники организации «Дрозд Балакова». Они передали спортивный инвентарь, чтобы ребята из центра «Семья» могли освоить игровые виды спорта и укреплять мышцы. Все вместе собрали столько вещей, что они едва поместились в «Газель». И радость от того, что удалось помочь детям в трудной жизненной ситуации, добавила эмоции, превратив семейный праздник в необычное и яркое событие этого лета.